Мы сейчас будем кататься на воздушном шаре. Женя мне сделал подарок, потому что у нас 5 лет, как мы с ним вместе. И вот он еще только делается, у нас будет большое-большое сердце. Вот. Женя, снимай, потому что я сделаю сейчас фотографию с воздушным шаром. И обязательно мы снимем видео про то, как мы делаем фотосъемку. Дай на моей фотографии 2. Ну нет, в первую очередь это не для фотосессии, а потому что у меня была мечта покататься на воздушном шаре. И вот она наконец-то исполнится. Вот. На наше сердце. Оно самое последнее надуется. А вот, вот это большое, видите, там 12 человек едет, а мы вдвоем будем с Женей. Но у нас индивидуальная поездка. Вот, очень холодно сегодня. Но нам дали. Страшно, Женя, страшно, он бояка, зайка, зайка, улыбака. Ты не можешь так держать, значит, я правильно. Сильно по низу не летайте, говорят, утки там летают, стрелять могут. Что это за предложение такое? Это перископ. Трансляция. Который сразу это? Да, да, да. Нас уже 500 человек смотрит. Ничего себе. Да, все слышно. Птички сходим, точки потрогаем. Что, можно будет даже дотронуться? Дрестнешь? Да. Круто. Что сделаем? Держи. Снимайся. Вот. Мы летим на большом воздушном шаре, как в песне. Только он не мандаринового, а ягодного. Вот. Клубничка. Вот. Женя снимает, как всегда. Тут наши друзья. Вот один из них. Нам сказали, что мы скоро можем дотронуться до листовых.